Привет всем! Вы на канале The American Boy. Мы сегодня приехали в классный город City of Rockland. Это один из супер таких качественных городов пригорода Сакраменто. И мы в одном из парков. Лео, where are you? Hi! Где мы сейчас? В парке. Привет, мама. You look beautiful. И, как вы замечаете, сейчас весна в полном разгаре. Цветут деревья. Вот мои любимые. Вот это my favorite season of time. Вдалеке мы видим парк, где люди делают трюки на скейтбордах. Видите там? Вот на скейте. Nice. We're gonna go there. Мы туда подойдем, сейчас увидим все трюки. А сейчас... here we are. Вот мы. Вон наш Лео. Лео, не разгоняй бедных белочек! Чего не бедные? Вообще-то да, они здесь. Богатые. Здесь они такие жирные обжоры. Вот смотрите, одна стоит. Живут в такой местности. А Лео погнал какую-то белочку. Не, бедная. Не белочка, она проигранка. Лео, кого ты там гонишь? Кстати, а прикольное место. Смотри, сколько здесь, сколько можно шашлыков сделать. Сегодня пари здесь вообще прикольно. Смотри, какая собака, Лео. Смотри. Dog, look at this dog. Классно. Пошли, пошли. Птичку хочешь прогнать? Лео, ну ты птичку уже не догонишь. Так усердно бежит. Лео! Возвращайся. Что, Анечка? Как тебе? Здесь делать день рождения? Давай размышлим об этом. Ну пошли. Let's go to the swing. Let's go to the playground. Скажи play. Let's go to the playground. I want качельки. Вот, качельки наши любимые. Лео нацелился конкретно на swing. Hey, ты хочешь на детской покататься? На детской? Ну давай. И собачка будет кататься. Что мы еще обнаружили в этом парке? Поле. Какой-то индор... я так и не понимаю, это футбол или хоккей? Хоккей вроде смотрится. Лео, тут скала, и я тебя только что спас. Люди играют в гольф-диск. Здесь гольф. А тут мы и нашли вот ручеек, видишь? It's a stream. А вон люди тусуются по группам. Мы ждем свою группу еще. Что мы еще обнаружили здесь, пока дошли? Здесь теннисный корт есть. Баскетбольный корт. Волейбольный корт. Ну и, как мы сказали, скейтбордный корт. И огромная трава. Лео, по которой не устал бегать. Лео хотел словить птичек, но не получилось. Я думал, что это белочка, а это какой-то пенек. Все-таки надо проверить, что это за прикол. Это просто пенек. Пусть занимается спортом, Аню.
Что? Лео, come here. Что там? А это норочка, здесь какой-то бурундук живет, какая-то что-то подземное живет. Аккуратно. Не садись на грязь, вставай. Dear ladies and gentlemen, где мы находимся, Лео, где мы находимся? Мы находимся в Rockland Johnson Springview Park, в городе Rockland. Довольно сделано все как для людей, довольно высший класс, потому что Rockland считается классным районом. It's a beautiful area, one of the best areas in our city, Sacramento. So, тут и парк для собак, парк для скейтбордистов, парк для людей, которые играют диск-гольф. Вот люди бросают дисковые гольфы. Гольфовский диск, такой новый гольф. Собаки бегают, люди гуляют. И сегодня просто понедельник утро, а вот пример. Эта женщина, наверное, работает по уходу за собаками. И она только что их привела в парк для собак. So everything is beautiful. Добро пожаловать. Вот здесь стоит погулять. Стоит.